Добрый день. Позвольте представиться. Я Василий Евгеньевич Валериус. Здесь, в Институте современного искусства, заведую кафедрой графического дизайна. Меня зовут Оксана Лебедева-Скачко. Я являюсь преподавателем по проектированию в графическом дизайне. Я Марат Ким. Я веду курс «Раскадровка как метод анализа литературного текста». Меня зовут Анастасия Демина, я преподаю живопись. Я Евгений Добровинский, в Институте современного искусства, я преподаю шрифт и каллиграфию. Я Анна Шелухина, преподаватель дизайна электронных приложений и интерактивных журналов. С студентами мы занимаемся основой профессии, фирменными стилями, плакатами, книгами, переплетами, а также очень много работаем с абстрактными изображениями. Я пытаюсь научить студентов анализировать текст, думать и уметь выразить это быстро, понятно, хорошей композиции. Заодно мы еще учимся основам рисунка, мы много смеемся, иногда даже поем, рассуждаем о жизни, смотрим кино и рисуем кино. Мы со студентами разрабатываем электронные журналы. Они сами составляют флэт-план, заполняют его, разрабатывают макет журнала. Художественный образ. Работают как полноценное издательство, как арт-директора и выпускают свою продукцию, готовую участвовать в выставках. Каждый из нас, преподавателей, здесь собравшихся, мы хотим научить их тому, что умеем делать сами. За те долгие годы, как я преподаю каллиграфию, я понял, что, с одной стороны, это занятие необычайно ортодоксальное, с другой стороны, оно сейчас вошло в моду и стало необычайно современным. Я учу вдохновляться натурой, думать, созидать и, конечно, рождать идеи самые интересные. Внимательно отношусь к личности человека и стараюсь воспитать художника, чем бы он потом ни занимался и какими техниками он бы ни рисовал. В последние годы профессия графического дизайнера претерпела значительные перемены, изменения, метаморфозы, и мы здесь, в институте, стараемся этому соответствовать. Каллиграфия интересует прежде всего с той точки зрения, что владение ею
обеспечивают графику дизайнеру очень тонкое и точное понимание шрифта в широком смысле, в смысле его употребления, выбора, квалификации и точного подхода его существования с другими формами графического дизайна. Мне очень хочется, чтобы у каждого из наших студентов сложилось свое собственное мнение, своя собственная позиция по большому количеству вопросов. Чтобы они понимали, что самое главное – это воплощение их графической идеи и создание коммуникации между художником и зрителем. Я хочу научить студентов создавать не просто красивые вещи, а еще удобные и интуитивно понятные в использовании. Я хочу, чтобы студенты умели совмещать логику и искусство. Мы все, безусловно, естественным образом помогаем потом, окончившим наше учебное заведение, ребятам внедриться в реальную профессиональную жизнь. Мы хотим, чтобы из стен нашего учебного заведения выходили бы деятели культуры. Наша миссия – одновременно практическая задача – обнаружить в душе студента Божью искру, раздуть ее до состояния пламени и потом позаботиться о том, чтобы в этом пламени молодой человек не сгорел.